20 минут о красивой жизни, приятных людях и интересных событиях. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Каждая из них теперь выглядит и чувствует себя на все 100. Участниц проекта «Без фильтров» клуба «Фитхаус-74» объединила идея кардинального перевоплощения. За полтора месяца интенсивных тренировок девушки поменялись и внутренне, и внешне. Глядя на участниц прекрасных, я вижу, как горят их глаза, я вижу, какие они, осмелюсь сказать, совершенные, насколько каждая красива по-своему. Девочки очень похорошели, стали намного стройнее, и даже глаза у них горят совершенно по-другому. Но с каждой тренировкой их уверенность росла. Тем более мы начали практиковать такое йога-направление, как йога на гвоздях. Вот. И мы возрождали их энергию женскую. Те инструменты, которые они научились применять в повседневной жизни, они будут ими пользоваться и теперь будут всегда на высоте. Человек, который начинает заниматься собой, начинает заниматься своим телом, влюбляется в свое тело, он его начинает очень сильно любить, и дальше происходит азарт. Кроме тренировок за 6 недель проекта, девушки успели поработать с психологом, визажистом, стилистом. Все они помогли участницам раскрыть новый потенциал. Участницы побеседовали с психологом, получили консультацию по визажу, покатались в клубе «Рифей» на лошадях, нашли себя и достигли того, чего хотели. В ходе разговора, в ходе подготовки к макияжу я уже поняла, что им действительно нужно, что они хотели бы попробовать, но всегда боялись макияжа. То, что я вижу сейчас и тогда, результат есть, результат колоссальный, они потрясающе выглядят. Очень здорово, когда отправляют к специалисту, который их ни разу в жизни не видел, потому что предложив какой-то образ экспромта, да, он может прижиться, и девчонки говорят, мы никогда себя такими не представляли. Дополнительным стимулом к преодолению себя и своих страхов стали родные и близкие участницы, которые также пришли поддержать девушек в финале проекта. Сегодня присутствуют и родные, и близкие, и коллеги. Они пришли искренне поддержать, искренне порадоваться за тех участниц, которые, несмотря ни на что, выдержали все испытания. Мне нравится, что за них пришли болеть родные, что они не скрытно пошли на проект, а все услышали. Это очень сложно заявить о себе. Совершенству нет предела, и участницы проекта «Без фильтров» это доказывают. Они решительно настроены продолжать путь к поставленной цели. Я достигла результата, конечно, еще не того, который планировала. Еще продолжается мой бой, так скажем, с лишним весом. Я уже довольна. Для меня главный результат, что благодаря проекту я впервые в жизни встала на гвозди. У нас была такая практика, как йога на гвоздях, то есть я это на себе испытала. Все вокруг знакомые, близкие, друзья хлопают прям в ладоши от внешнего вида, от образа, от изменений, которые во мне произошли. Даже если возникали какие-то сложности, тренера настолько профессионалы, они нас во всем поддерживали, давали нам такой стимул, что хотелось идти все дальше и дальше. Очень много комплиментов, что преобразилось, что ушло то, от чего я так сильно переживала, это лишний вес. Механизм положительных изменений в организме запущен. Правильное питание и физические нагрузки стали для девушек настолько привычными, что в дальнейшем поддерживать себя в хорошей форме будет несложно. И для организаторов проекта «Без фильтров» этот опыт оказался положительным, так что в январе стартует новый сезон. Для того, чтобы оставаться молодым, ухоженным, бодрым и подтянутым, совсем не обязательно тратить много времени и средств. Современные инновационные методы эстетической медицины позволяют все делать быстро и практически без реабилитационного периода. Одну из таких методик сегодня представляют наши эксперты. Нам увлажнить кожу изнутри, нам нужно хоть как-то в нее проникнуть. Если мы не готовы пока что делать инъекционные какие-то методики, то есть мы можем без повреждения кожных покровов ввести гиалуроновую кислоту, микроэлементы, аминокислоты, витамины, все, что нам нужно для метаболизма в дерме.
В эстетической медицине есть методики радикальные, исправляющие видимые недостатки, а есть уходовые и профилактические, которые улучшают цвет лица, состояние кожи и внешний вид в целом. Альтернативой сывороткам и кремам, работающим на поверхности, и уколам, вызывающим травматизацию и стресс, становятся высокотехнологические методики, в их числе безинъекционная мезотерапия. Мы используем швейцарские технологии. Это наносомальные, липосомальные сыворотки. То есть в чем тут смысл? Мы, не прикасаясь к коже, с помощью манипулы, из которой идет сверхзвуковая волна кислородная, с распылением этой самой сыворотки. То есть мы внедряем эти молекулы через кожу и получаем эффект высокого проникновения. То есть если мы иголочкой при биоревитализации заходим где-то на 3 мм вглубь, то в данном случае 3,5-3 мм мы получаем за счет именно вот этой технологии. В арсенале доктора несколько вариантов различных сывороток и мезококтейлей, которые подбираются в зависимости от возраста и состояния кожи. Сама процедура длится около получаса. Чувствуем, да, воздушная волна, она такая, в общем-то, не страшная, а приятная, да? Никаких болевых ощущений нету. В данном случае мы не получаем травматизации на лице. Процедура приятная, даже получаем еще лимфодренажный массаж. То есть у нас и микроциркуляция улучшится, и проникающая способность хорошая. После этого у нас нет реабилитационного периода. Мы не ходим с покраснениями, с папулами, с какими-то раздражениями на лице. Мы отсюда уходим, мы можем эту процедуру использовать как флеш-процедуру перед каким-то мероприятием. Или, если это нам необходимо, то есть вот быстрый эффект получить. Это как раз будет процедура выбора. А для того, чтобы здоровый цвет лица и эффект увлажненности был продолжительным, необходимо пройти курс из 6-8 процедур. Клиника профессора Алехина. Лечение варикоза без госпитализации, а также инновационные косметологические методики. Безоперационная подтяжка, безинъекционная мезотерапия, лазерное омоложение, лечение купероза и угревой болезни. Клиника профессора Алехина. Высокие технологии, многолетний опыт, красота, здоровье и новое качество жизни. Узнайте больше по телефону 200-23-23. Камзол – первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. В преддверии Нового года, кроме утренников и корпоративов, в последнее время часто устраивают дружеские вечеринки, где можно узнать о последних бьюти-тенденциях, поделиться идеями новогоднего декора и подарков. Такие события старается не пропускать съемочная группа Beauty Time. Поиск новогоднего наряда легко можно превратить, если не в праздник, то как минимум в интересное событие. Именно так много лет практикуют в студии Viva Glam. Идея вообще, честно сказать, очень актуальна. Здесь организован такой девичник с такой прекрасной, интересной информацией, с прекрасным гостеприимством. И самое главное, что очень активно девушки как раз на такие мероприятия и откликаются. Эта встреча напоминает и девичник, и марафон мастер-классов. Лекции о магии камней, ювелирных трендах, особенностях вечерних причесок и макияжа, ну и, конечно же, профессиональный подбор гардероба на выход. Обычно мы всегда предлагаем очень много платьев различных, нарядных, вечерних, торжественных. Но в этом сезоне такой запрос я услышала, что люди хотят получить более функциональный гардероб. И поэтому в этом году мы богаты комплектами.
мы приготовили для встречи Нового года нарядные комплекты одежды, которые впоследствии можно будет комплектовать с менее нарядными вещами, с более повседневным гардеробом. Елена так видит, да, она очень творческий человек, и у нее вот это все не просто, ну, как-то протекает у нее. Она протекает постоянно в тренде, постоянно модные тенденции. Меня очень интересно с ней общаться. Я просто готова к таким экспериментам. У нее много таких нарядов, вот таких интересных, не пресловутых. Фотосессия в стильных образах, как репетиция главной вечеринки года. Кроме того, это еще и возможность примерить на себя что-то принципиально новое. Для меня это сюрприз, вот такой вот внешний вид. И я очень удивлена, в восторге. Мне понравилось. В повседневной жизни я не использую макияж. Тут я даже задумалась, мне очень понравилось. То есть такой легкий, естественный. Вот, благодарна этой встрече. Ожидание праздника – время волшебное, и здорово, если это ощущение не проходит с годами. Впрочем, если держаться рядом с людьми стильными и творческими, то и праздничные хлопоты станут легкими и незабываемыми. Это Beauty Time – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Самые модные вечеринки планеты очень часто проходят в местах, не связанных с модой напрямую. Но это только на первый взгляд. Совершенство линий, сочетание фактур, сложные оттенки – это может относиться не только к шедеврам знаменитых кутюрье, но и к произведениям автопрома. Надежная, комфортная, спортивная, элегантная, инновационная. Те лучшие черты женщины. Ух, эти глаза, ух, эти пары матриц. И всю ту мощь, спортивность, харизму, характер мужчины, все в этой машине. Показ коллекции первых линий известных дизайнеров дополнил впечатление о стильной элегантности, а идею драйва воплотила диджей Эва, резидент столичного Симачев-бара. Она специально прилетела на нашу вечеринку, чтобы, так сказать, поддержать стилистику этого вечера. Организовала эту презентацию за 4 дня. То есть нам предложили сосуд. Если это роскошное, посмотрите, сколько народу, это такой автомобиль, тут такое помещение, на самом деле это роскошный подиум, то есть тут только делать показы и делать. Это, мне кажется, только Мария может, потому что это презентация, к которой многие готовятся по 2-3 месяца. Здорово, все нравится, все отлично. И организация прекрасная, прекрасно сделана. У Марии всегда хорошие вечеринки. В наши дни автомобиль уже не просто средство передвижения, это и воплощение стиля жизни, и отражение внутреннего «я». Выбор подарка – дело ответственное, ведь хочется, чтобы приятным был не только момент вручения, но и последующие эмоции и воспоминания. Несколько идей на тему «что, кому и в какой форме» в продолжении выпуска. Красиво, да? Угу, хорошая лошадка. Это не лошадка, это мамонт какой-то. Тема новогодних подарков, которая в этот период времени волнует многих, нас сегодня привела в удивительное место. Это комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши и антиквариата. Материальную, эмоциональную, этическую, а также техническую стороны приобретения актуального подарка мы обсуждаем с управляющей Камзола Натальей Давыдовой. Вышлист – это очень здорово, где ты прописываешь то, что ты желаешь, что тебе необходимо. В сегодняшний день это практикуется, но не настолько распространенно. А вообще, я считаю, это необходимо прям культивировать. Это очень важно.
Во-первых, это позволит получить по-настоящему желанный подарок, а во-вторых, избавит вас от чего-то ненужного, что не приносит радость и к тому же занимает место. Виш-лист в нашем случае – это понятие условное. Под этим подразумевается возможность озвучивать свои желания, какими бы дорогостоящими они не были. Можно же подарить копилку, скажем так, с первым взносом. Это будет и весело, и креативно, и необычно, и при этом практично. Из сферы дружеской и корпоративной переходим в личную. Здесь также проявляется идея конкретных пожеланий, без каких-либо, пусть даже прозрачных, намеков. В свое время я сделала опрос среди своих друзей-мужчин. Что надо сделать женщине, чтобы тебе дарили подарки? Мне абсолютно все мужчины отвечали одинаково. Нам необходимо говорить прямо и четко, что я хочу. Учитесь это делать, учитесь озвучивать свои желания. Это очень важно. Если такой подход к подаркам может показаться слишком рациональным, следует добавить моменту эмоций. Самый простой способ – своей рукой подписать открытку. При получении подарка в последующем мы помним свои эмоции, которые связаны с тем, как ты это получил. Написание открытки – это самая лучшая самопрезентация. Она остается. Коробка раскрыта, подарок достали, а открытка, она осталась. Ты можешь посмотреть и улыбнуться, прочитав ее в любой момент. В пятерку самых популярных, самых желанных подарков на Новый год по-прежнему входят ювелирные украшения. В наши дни это явление очень широкое. Ювелирный рынок на сегодняшний день, он такой широкий. Есть масс-маркет ювелирных украшений, есть просто бижутерия брендовая, дорогая, но также существует и классика, существует другое направление. Это украшения знаменитых ювелирных домов, а также высоких ювелирных характеристик. Такие ювелирные украшения, они представляют собой непосредственно высокую ценность. Их можно передавать по наследству. Это может быть каким-то семейным символом. Если по каким-либо причинам вы примете решение продать данные изделия даже через год, они не потеряют в стоимости, в отличие, предположим, от трендовых каких-то изделий. И еще одна идея, хоть и не относящаяся к подаркам, но непосредственно связанная с новогодними торжествами – прокат драгоценностей на мероприятия. Это уже давно практикуют голливудские звезды, так почему бы не последовать их примеру? Скажи, как ювелир мог дать его на прокат? Он весьма доверяет мне. А вообще, сколько это стоит? 250 000. 250 000? Камзол – первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова, 159. Модные коллекции от европейских дизайнеров. Польская одежда на Соне Кривой 30 и Пушкина 65. Все сюжеты о красивой жизни, новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу #BeautyTime_TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта «Модный дом Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой.